Всем привет! Ну вот, наверное, в любом бизнесе, в том числе и нашем, есть категории обращений, которые мы определяем как шпионские. Еще их можно определить как холостые выстрелы. Я говорю о тех ситуациях, когда мы проводим бесконечное количество переговоров с клиентом, делимся своими наработками, которые получили потом и кровью в предыдущей нашей деятельности, представляем какое-то новое видение идей человека, даем ему потенциал. И казалось бы, на встречи приезжают взрослые и серьезные люди. И вот-вот самое время подписать договор, а человек начинает откровенно сливаться. А спустя некоторое еще время ты узнаешь, что работы над проектом начались. И более того, там используются твои наработки, которые ты с легкой руки, так сказать, представил. Человек ложно считает, услышав, он сможет это правильно и четко применить. Это фатальная ошибка. Грамотно услышать и грамотно применить – две разные вещи. Уж очень много существует существенных деталей. И, честно говоря, вот на встречи иногда приезжают люди, которым так и хочется сказать. Вот с мышлением неандертальца делать проекты для людей, для поколения, которое и книги-то воспринимает, как ты пещерную живопись, это гиблый случай. Тебе это невозможно сделать. Дай это сделать профессионалам, людям, которые в этом понимают. В результате, я не говорю, что очень много таких обращений, но иногда они бывают. И вот в результате всего этого на горизонте появляются очередные чемоданы без ручек. На них сэкономили, да, и там применили украденные идеи. Ну а в результате вот эти сэкономленные копейки превращаются в сотни тысяч, миллионы рублей незаработанной прибыли. У меня состоялся интересный разговор с хозяином сети фитнес-клубов «Доктор Лодер». Это элитные фитнес-клубы, которые для себя выбрали Владимир Соловьев, Гоша Куценко. Мастер-класс там давали Эвандер Холлифилд, Николай Валуев, Рой Джонс. В общем, это фитнес-клубы, где качественно и на высоте поставлена работа каждого подразделения. И Саша мне сказал, что конкуренты могут украсть идею, но они никогда не украдут дух идеи. И я всегда придумаю что-то новое. И я полностью согласен с его словами. Тем более, что число фитнес-клубов «Доктор Лодер», которое удвоилось за последний год, лишнему тому подтверждение. Хочется сказать, что компания Sky Production давно в марафоне развлекательного бизнеса. Это тот марафон, где просто чтобы не опоздать, ты должен бежать изо всех сил. Мы готовы помочь построить грамотный, эффективный бизнес в сфере развлечений. Обращайтесь к нам за консультациями, подписывайтесь на наши социальные медиа. www.skyproduction.ru 499-398-1443. Звоните.